Бля, мне нравится эта битва донатеров у меня в чате. Прям заебись. Как вы меня радуете, ребята. Скинь название микрофона, пожалуйста. Дженниусу ебанский из видео. 6 лет стажа, блядь. Он просто 6 лет вот так вот на меня смотрит, а я смотрю на него. Что, блядь, в пылище весь. Братишка, могу у Эмбера? Вы думаете, что Эмбер здесь заедет? Прям заебись. Хотя против Бруды аутпуш вообще весьма неплохой будет. Ну, блядь, против Зевса так не по кайфу стоять. Он шилд мой будет сбивать. Ладно, давайте Эмбера, потом Джиггернаута следующий. Хотя я не успел взять все это Джиггернаут точно. Точно Джигурд будет. Хотя у нас пик хуйня получится, пиздец. Не надо Эмбера, окей. Не надо Эмбера, окей. Какой-то контроль. Да, будет контроль. Да, сейчас будет контроль. Джаггер с Даггером. Топ контроль ЕУ. И СНГ. Сульнисер. Я Пашер куплю для контроля. Для контроля на 50-й минуте. Где оружие? Дайте оружие. Ёб твою мать, мечи какие-то странные. Давайте вот это дадим саблю, блядь. Казачью. Два танга, плиз. Если будет нетрудно. Благодарю. Так, через две монетки еще донесем себе 4. Так, у них там спектра в отлете. Никто паузу не хочет нажимать. Заебись. Сможешь достать ногой долба, но это колодца надо начать, парень. Я ж тебя не шаулинский монах какой-то. Инвокер Сова арт. Хуйней попахивает. Да не, на самом деле инвокер в харде заебись стоит. На думе вин, да, на думе вин. Здорово, Альбертыч, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, про игру. Расскажи, пожалуйста, про игру, в которой ты всего больше в жизни горел. Ну, блядь, дота, наверное. Далеко от Лёхи живешь? Да нет, минут 7, наверное, пешком. На машине пару минут. Зачем тебе щиток, если против Зевса будешь стоять? Это чтобы танчить вышку, если полетел, или крипчиков, если ты чкуешься с Зевсом. Да, сапатки достанешь, да, конечно. Ты левый акбустишь или свой сейчас? Это не мой аккаунт, это молодого человека под ником Героинчик. Искусство питья банки. Кола 0.25. Не, это ж 0.33. Сколько я? 3 доты уже пью. Часто с Лёхой видитесь. Ой, бля, я давно его не видел уже. Мы все собираемся, никак не получается. То у него времени там тренировок хуй выгорает, а у меня нету времени. Но перед РПГ, наверное, увидимся все-таки. Надо будет буткем сделать. Так я имел в виду доту, расскажи про игру в доте, в которой ты больше всего горел. Да таких много было, парень. Слишком много дот, в которых я горел. Все и не упомнишь. Рад тебя видеть, будь здоров, не болей. Спасибо. Спасибо большое за пожелание. Постараюсь. Когда будете вместе? Когда 23-го, guys. 23-го будем вместе шлепать. Не знаю, будет ли это стримиться, может быть, но вначале, наверное, вряд ли, потому что там будет топ в дрочинг.
АФК лес фармить очень нужно. Что, блядь? Бля, у нас в натуре пик без контроля, инвокеру придется стараться. Да, он будет плюсям бы качать, потому что не будет хватать маны на шестом левеле. Если, блядь, какой-то брейсер себе не довозить, а я не буду себе брейсер покупать. Да ёб твою мать. Мне не нравится анимация этой сабли. Так, стики тут определенно нужны будут. Прям до ботла. Вася! Хорошо. Обахашла! Альберт, расскажи про морскую жизнь, как мех меху. Помнишь еще хоть что-нибудь? Дизель с завязанными глазами разберешь на время. А я ж где-то, у меня только одна практика была и все. Я по профессии в основном-то и не работал. Практиковался только 2 месяца и все. Поэтому я такой себе механик, одно слово пока что. А спасибо за донат, парень. Ник у тебя сложный какой-то, так. Казамчик. 3-2-2, рус. Спасибо за донат, дружище. Так, возьмем плюс, наверное. Бля, дайте крипа хоть пиздить. Блядь, Блэйфьюри крипа одного забрала с паровоза, ёбаный рот. Бонти. Альберт, ты моряк, да, моряк. Ну, по профессии моряк. Но не работал. Не успел, да? Вася. Как они заебали юзать курицу? Серьезно. Прям очень бесит, блядь. Зевс просто сейчас фри идет, блядь, руку забирать. Зульнешь? Ты зульнешь, блядь? Я не могу сейчас пойти руну взять, потому что у нас курицу, блядь, убили. Ёбаные ублюдки, отвечаю, горите в аду, блядь, мрази ебучие. Нахуй вы играете в эту игру, блядь? Это 5-й раз, блядь, а курица едет на топ по каким-то непонятным, блядь, чертежам. И она умирает там, ёбаный рот. Это просто, блядь, пиздец, забей. Я на Зевса нападу, блядь, когда 6-й будет. Уйди нахуй с мида, блядь.
Так, как вилку, наверное, ебанем. И, конечно же, руну забирали. Ну, колд снэп или что-нибудь, алло, блядь. Парализованное чмо, блядь. Это пиздец. Дай ему колд снэп, алло. В очко, блядь. Так, он тапки купил, да, купил. Ладно, пока без ульты мы это его не убьем. Хотя бы на харасе. Амахашла! Ну и правильно, нахуй я Тимаря. Я вот 5 месяцев поработал, уже думаю, как бы съебать. Постоянно какие-то проблемы. А чтоб реальные бабки зарабатывать, нужно полжизни прохуярить. Короче, удачи в стримах. Спасибо, парень. Ну, типа, правильно все сказал. Реально, чтобы дохуя зарабатывать, там надо ебошить как проклятый. Бля, у него инвиз, я его не убью. Хотя, если сразу напасть, он уже не нападу, потому что хп мало. Ладно, пойдем рунку подождем на топе. На топ идти гангать там руда, блядь, с баунти хантером. Это вообще... Unbelievable. Вы не зайдите помочь? Тут Зевс. В инвизе стоит, я в него врезался. Побежал. Там интересно, рунку на боте подбирали. Да-да-да, вылези, конечно. Базу, что ли, сбегать, порегениться. Хотя рунка сейчас будет через 30 секунд. Я бы на боте бы забрал, и бот бы пошел загангать. Хотя у меня ульты пока нету. Да и тревелишки нужны. Бля, или тревелишки потом купить, я прям не знаю. Гулягенчит хорош. Кстати, да. Надо было отметить этот мув.
И в кусты опять, как всегда. Мне надо уебывать отсюда. Хотя сейчас откачу, может быть. Может, можно будет даже пизды попробовать дать. Мразь ебаная. Жалко, я не доставал, конечно, но не убил фьюриком. Очень жаль. Ты же на эмбере зачем трывала? Ты же не на эмбере, ну лол. Мобильность. Скорость бега. В чем эмберы? Не только на эмбера трывала заходят. О май гош. Так, ну что, поехали в радик, наверное, выходить уже. Уже пора. Так, рунку надо забрать срочно. Да мне вообще 11 надо для полного эффекта. Мразь ебаная, блядь. Гнидник ебучий. Хорошая штука. Донат, вот на улице так не подойдешь дать полтишок. А тут хоп и самому приятный помог вроде, люблю тебя, Альберт, больше чем 3. Казанчик, спасибо большое за очередной донат. Огромное. Что-то они в мид слишком много внимания, по-моему, уделяют, это кажется. ББ, ну... Скудненький фарм на самом деле. ББ. Ой, крипцы, крипцы, крипцы. Вести, 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 молодого, вести. Только не под вышку, братан. Мне уже все хуево. Блядь, надо чуть-чуть. Чуть-чуть экспириенса надо, и можно напасть на двоих прям будет. Ну конечно, блядь. Да, это плохо, конечно, что крипы туда подбежали. Прям очень. Очень-очень-очень плохо. Ладно, пойдем вышку попробуем пропушить. Кастой, да? Его давно выкинуло? Что-то я сейчас только вкурил, пиздец. Радик на джагу, ВТФ. Это нормальная тема, парень. Видите, как это ебля, блядь. Пойти рунку зачекировать.
Там фурстав почти у Сайленсера, кстати. Так, на вскидочку. Главное, Баунти Хантер бегает, да? Ебаная крыса, сука, заебала меня, блядь. Он все время меня палит. Бестелбек ушел с линии, там Бруда сейчас, блядь, заберет просто вышку. Ладно, будем стоять против Бруды. Надеюсь, у него Орчида нету, а то я такой охуевший сюда прилетел, блядь. На эти мы даже не посмотрел. Лунку вряд ли мне в топе кто-то оставит. Хорошо. Very nice. Very, very, very nice. Да, бля, пиздало, и в стиллера уже. Нахуй вы эти паузы нажимаете. Хейс будет? Нет, сегодня гейс только бустинг. Обахашла! Блин, ты так мило смущаешься. Только ради этого. Зямчик, спасибо большое. Ай, за донат очередной. Огромный. Бля, у нас два Мидаса. Инвокер. Что он собирает? Только не Радианс. Бля, дайте рунку, пожалуйста. Курочка, курочка куда-то летит в куст. Сакрит релик. Сакрит релик купил и в кусты нахуй не добежал, блядь. Обосрался нахуй по пути. Прям до кустиков. В принципе, у меня, если я сейчас не закину, будет релик примерно так же, как у Спектры, только он сейчас в таверне сидит, а я типа дофармливаю как раз этот релик. Я не сильно как бы я отстаю от него. Оставь руну! Слишком плохие файты, гайс. Без маны, без моего ультимейта, это такое. Да-да-да, поморгай. Бля, инвокер, пропусти меня, заебал. Ты без тапок, как, блядь, бабушка, нахуй, шевелишься какая-то. Как насчет поддержки, братан? Ну нет маны. Чем тебе помочь? Нет у нас контроля, я с тобой согласен. У меня твой обуз ботла, блядь. У меня там баунти есть. Так, Вестиллер покинул игру. Это мой Радианс близится.
кубыха, блядь, наивный какой-то пиздец. Бля, с ним уже можно идти ему продать. Да, уже можно продать. Нахуй его привели сюда. Приведите его, блядь, на базу. Давайте с него продадим все, и я затарюсь. Так будет найс. Мы и без него сможем победить. Я надеюсь. Все, заебись. Теперь догерочек делаем. Да-да. Купил он, блядь. Ну, с двумя радианцами будем играть, что делать. Клац, иди сюда, вард поставлю. Хе, здорово. Подъехал, блядь, на хромой козе, мол, ну ебалом вперед утиным своим. Почти на лагерь насобирал за этот файт. Горошин, уго, попробуем. Хотя у нас Т2 сейчас пострадает, если Т2 ТП не сделает на топе. Так, нужен какой-то мантостуил здесь. Братан, ну зачем ты берешь? Алло, блядь. Сори. Сори. Конечно, сори. Ладно, не буду на тебя пиздеть. Танкуй давай, жирное хуйло. Так, не надо на базу, нам забрать даггер. Фурман мы уже продадим. Контроль вара Талика с даггером и радиком. Да. Гостик, да? Молодого есть. Ладно, сходим на боте, тогда молодых пошоркаем. Надо 16 взять. Спектра по-любому дальше пойдет, кроме. Или нет? Лол. Крипчики не вовремя, конечно. На нахуй самурая в полете видел, Вася? Видел, да? Ты видел, да? Ну ты видел, да? Ты отъедаешься, братан. И
Ёбаный мамба, блядь, черная нахуй. Черная мамба! Ёб твою мать, куда я делся? Мистер Бруди приехал? Бля, братан, ты куда их погнал? Все, 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 все. А черная мамба закинула. Черная мамба — это змея, да похуй. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дайте курицу за юзы. Так, скади, скади. Когда крутишься, можно автотач. Тебе в курсе, гать? Нихуя, сайленсер просто, просто, блядь, на колотушкой поебалу. На тебе, на тебе. На нахуй. Бля, все даггер еще юзать. У меня спектра в муте, у меня тоже с предыдущей игры. Что изикатка, гайс, какая-то вообще прям не ощутил. Я же говорил, Даггер выиграет эту катку с Радиансом, Даггером. Хорошо. ВП. Секрет ВГ там, ВП. Как мы победили, я хз. Ты не доверял нам. Контроль. Гуля минус 25. Заебись, мне нравится. Так, гайз, перекурчики.